Продолжается киноакция «Мособл кино», посвященная 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Для детей Алферовской школы в клубе «Решетниковский» рассказали интересные факты из жизни композитора и показали мультфильмы «Щелкунчик» и «Времена года» под музыку Чайковского. Пришли ученики со 2 по 7 класса. Ну, наверное, человек 80 пришло. Вот. В ходе мероприятия мы не просто детям показывали мультфильм, мы им рассказали про Чайковского, какие у него были произведения. И перед каждым мультфильмом мы рассказывали, что в нем, чтобы детям было более понятно. Акция стартовала еще в начале февраля и продлится месяц. Планируется, что во многих учреждениях Клинского района пройдут такие мероприятия, ведь для детей эти встречи уже традиционные. Решетниковский клуб старается регулярно удивлять школьников. Когда им было сказано, что мы сегодня идем на уникальное мероприятие, посвященное 175-летию Петра Ильича Чайковского. Кстати, это мероприятие связано и с нынешним уникальным годом, годом культуры, годом литературы, то они, вы знаете, восприняли чуть ли не вот так. Почему? Потому что перед этим я проводила классный час, посвященный этой знаменательной дате. Назывался он «Вечер классической музыки». И мы, естественно, обратились к этим временам года Петра Ильича Чайковского. Вы знаете, внимание было, конечно, изумительное со стороны ребят. Потом они высказывали свое мнение. Нужно было просто прийти и послушать, как говорили дети. Вы знаете, это нагляднее всего. Дети с интересом слушали истории о композиторе и, конечно, его музыку. А в конце мы решили проверить их на внимательность и спросили, знают ли, как выглядел сам Чайковский. Седовласый, с усами, с бородой. Ну, лицо у него доброе. Какого цвета глаза ты успела заметить? Я не рассмотрела. А у вас какой у него примерно? Там не было фотографий. У него чуть борода здесь. Да. Как еще писать? Седой. Ну, старенький. Волосы у него длинные или короткие? Короткие. Короткие. Он с усами или с бородой? Бородой. Какого цвета у него глаза? Вы успели запомнить? Коричневый. Белый. Белый или коричневый, определяйтесь уже. Белый. Так, а глаза какие, запомнили? Нет. Следующие акции «Мособл кино» пройдут в Клинском рок-клубе 17 февраля в 12 часов и в клубе поселка Чайковского 25 февраля в 15:00.